На уходящей неделе в Измаиле прошел международный инвестиционный форум «Дунай-Плюс». Его организатором выступила Одесская областная общественная организация «Агентство регионального развития». Бизнес-форум проходит в рамках программы трансграничного сотрудничества «Румыния-Украина-Молдова» 2007-2013, которая финансируется Европейским Союзом. Программа форума, который проходил 2 дня, было предусмотрено проведение семинара и тренинга по вопросам привлечения иностранных инвестиций. В работе форума приняли участие официальная делегация уезда Яссы, Румыния, и представители малого и среднего бизнеса украинского Придунавья. Перед участниками форума выступили советник проекта Агентства международного развития USAID США Игорь Поросюк, совладелец консалтинговой группы Berman Group Чехия Кулка Душан, координаторы проекта создания привлекательного инвестиционного климата в приграничных районах Украины и Румынии. Предприниматели бесплатно получили квалифицированные консультации по привлечению инвестиций и подготовке инвестиционных предложений в соответствии с европейскими стандартами. В конце работы форума его участники получили от организаторов сертификаты о прохождении курса обучения. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер». 23 ноября в конференц-зале Измаильской объединенной налоговой инспекции прошел круглый стол «Малый и средний бизнес. Проблемы и перспективы развития». Организаторами мероприятия выступили Городской фонд поддержки предпринимательства и Измаильская налоговая инспекция. В работе круглого стола приняли участие предприниматели Измаильщины и лидеры местных бизнес-ассоциаций. Председатель фонда поддержки предпринимательства Измаила Валентина Стойкова ознакомила присутствующих с результатами мониторинга проблем местного бизнеса, поступившими от предпринимателей предложениями по либерализации налогового законодательства и с предпринимаемыми местной властью мерами по поддержке бизнесменов. На круглом столе выступила первый заместитель начальника Измаильской налоговой инспекции Домникия Каражекова. В своем выступлении Домникия Николаевна в частности отметила, что приоритетом Государственной налоговой службы Украины сегодня является администрирование налоговой системы и предоставление качественных услуг налогоплательщикам. Работа в этих двух направлениях приведет к преобразованию налоговой службы Украины из фискального органа в сервисную службу. В ходе проведения мероприятия его организаторы обстоятельно ответили на вопросы предпринимателей. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер». Вечер реквием, час зупинись, что подготовили работники ДК имени Шевченко в память погибших от Голодомора 1932-33 годов, проходил в актовом зале ДК 24 ноября и отвечал всем требованиям подобных мероприятий. Была торжественная, тихая, проникновенная, без ложного пафоса, литературно-документальная программа. Рассказы ведущих о тех страшных годах перемежались с кадрами из документальных фильмов, песней Алены Савастру на патриотическую тему, символическим танцем горя в исполнении Ирины Калашниковой. Мероприятие было хорошо отрепетировано и подано в одном ключе, ровно, достойно, зрелищно. Очень трогательно и жизнеутверждающе смотрелся выход детей на сцену со свечами памяти в руках в финальной части композиции. Кроме вышеперечисленных участников, мероприятие представляли Янина Наумова, Диана Шпаченко, Ада Козьма и другие. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер». «28 ноября на сцене Измаильского дворца культуры прошел 9-й по счету молодежный фестиваль «Молодежь выбирает здоровье». Самый лучший в Одесской области на протяжении многих лет наш фестиваль, как всегда, собрал битком набитый зал, болельщиков и просто зрителей. Соревновались команды, которые прошли отборочный тур. Общеобразовательных школ номер 1, 3, 6, 7, 9, 10 и 14. По жеребьевке первой на сцену вышла самая юная команда – пятиклассники, шестиклассники школы номер 14. И сразу заставила прослезиться половину зала, поднимая проблемы детей-инвалидов. Затем на сцене блистали все команды. Как жюри удалось выбрать из них лучших, непонятно. Костюмы, идеи, слаженность, музыкальное и видеосопровождение, песни, танцы, всевозможные эффекты. Супер зрелищное мероприятие шло 3 часа. Когда жюри ушло на совещание, публику развлекали народный ансамбль «Радуга», юные актеры и вокалисты, танцорами из политехнического лицея, а также Дарина Мищенко и другие. Ну вот подошло время огласить победителей конкурса. 3-е место заняли команды «Оша номер 14, 7 и 9. На втором месте команды школ 1 и 10. Первое место разделили задорная команда 3-й школы и зубры этого феста, команда из школы номер 6. Ребята из 3-й школы получили кубок надежды, а 6-я школа – главный кубок фестиваля. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».
1982 году появился на свет футбольный клуб «Дунаец-82». Дату своего создания футболисты клуба запечатлели в названии команды. Время летит, 30 лет пронеслись как один день. Славная команда встречала на своем пути много побед и поражений, но всегда чувства локтя и непроходящий оптимизм были теми самыми путеводными звездами, что освещают путь состоявшимся спортивным коллективом. А в том, что «Дунаец-82» состоялся, никто и не сомневается. В очередной раз это показали матчу между четырьмя сильными командами «Дунаец-82», «Бриз-ветераны» из Измаила и сборные команды «Рене» и «Килии». Сначала играли юбиляры с килийцами. Никто не хотел сдаваться. Упрямству игроков по-хорошему можно было позавидовать. 0-0 – таким был результат игры. Пришлось прибегнуть к пенальти, и все же юбиляры выиграли со счетом 3-4. Во второй игре схлестнулись в жесткой борьбе «Бриз-ветераны» с «Ренийцами». Счет игры 1-0 в пользу нашей команды. Затем «Ренийцы» и «Килийцы» разыграли матч за 3-е и 4-е место. 3-1 выиграла команда из Килии. И вот наступил апогей юбилейных соревнований. За первое и второе место сразились бризовцы и юбиляры. Как ни прискорбно сообщать об этом, но «Дунаец-82», несмотря на праздничный и одновременно боевой настрой, проиграл команде «Бриз-ветераны» со счетом 3-0. И тем не менее, виновники торжества все равно победили бы, если бы имела место номинация «Слаженность и командная консолидация». Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».